Очень-то так не разрешено, а вот так слегка я вам покажу, да, что вот здесь есть. Хотя бы, чтобы люди-то увидели. Да, чтобы по кругу, а вот так вот нет. Да, вот, вот, друзья мои, посмотрите, зашла я в лавочку в эту. Там есть наверху музей, но мне сказали, что снимать там, ну, нельзя, потому что это авторские права могут быть. Люди защищают свою продукцию. А так слегка я вам покажу, что я сюда зашла. А вот эти птицы счастья в Каргополе у нас есть. Был, а может быть, есть умелец такой, птицы счастья делал. А здесь свой, наверное, да, делает мастер? Из Архангельской области. Угу. Из Каргополя случайно? Отовсюду могут быть. Ну, вот так примерно, друзья, я вам показала. Конечно, интересного много, много пряников. Вот шкатулка даже есть пряничная. Можно показать? С домиком. Посмотрите. Видите, какая красота. Так, ну все, мы уходим, спасибо. А так я бы, конечно, мы пришла бы и в музей бы показала. К сожалению, там нет, там есть музей, сделан авторскими руками. Угу. И там работы мастера, заслуженного мастера Российской Федерации. Да вы что? Да, с ее выставочными работами, поэтому снимать нет. Ну ладно, спасибо. Угу, запах такой приятный. Спасибо, до свидания. От себя так. Вот так, друзья мои, нельзя. Я бы еще бы походила бы, поснимала бы. Угу. Так, ну что, пойдем дальше. Очень жаль, что нельзя снимать. Видите, авторские права. Человек, который делает все это своими руками. У них есть свои видео, видимо. А на YouTube, говорит, тем более нельзя. Ну ладно. Я хотя бы зашла, увидела и хотя бы для себя посмотреть, что там есть. Так, и мы подойдем к следующей скульптуре. Сейчас посмотрим. Ой, как здесь красиво. А еще тепло, уютно. Очень красиво. Эко-товары, сувениры, птицы счастья. Там тоже птицы счастья. У меня была тоже птица счастья. Она рассыпалась. Вот так вот. Она рассыпалась. Это что еще за собаки здесь? А на ней телефон, кстати, написан на ошейнике. На собачке, вернее. На ошейнике, а не на собачке. Угу. Борис Викторович Щергин. Щергин. Нет, оказывается, здесь, да? Вот так мы часто выбираемся и гуляем, называется. Так, друзья мои. Ну что, пойдем дальше. Пойдемте дальше гулять. О, красота. Мне нравятся такие районы, и людей тоже нравится. Вот, людям нравится гулять в таких районах спокойных, шума машин нет. Смотрите, какая птица счастья огромная стоит. А что там есть? А, там есть как раз, наверное, магазин. Вон. А, написан магазин птицы счастья. Там тоже, наверное, всякие костюмы народные. Заходить не буду, проситься снимать не буду. Да-да-да, там что-то своими руками, наверное, сделано. Подарки, сувениры. Не буду заходить. Пойдемте дальше. Ну, почему бы, да, не показать авторские работы, пряники? Ну, кто-то говорит, будет делать так же. Почему? Очень многие делают пряники. Ну, рисунки тоже берут очень много из интернета. Мы же не просим рецепт. Ну вот видите, пекарня на Чумбаровке. Пекарня. Там, наверное, не только пекарня, там как кафе. Вот, люди отдыхают. Сейчас был бы у меня резвый рядышком, мы бы с ним зашли, а одна не хочу. Почему-то. Хотя иногда хочется побыть одной, именно сходить куда-нибудь в кафе,
Я поеду в Каргополь, друзья мои, и обязательно, обязательно зайду в какой-нибудь кафе или там ресторанчик, посижу. Там, говорят, до сих пор живая музыка есть. Поет у нас там местный певец. Послушаю его. Так. ГБОУ. ГБОУ. СПО. Архангельский техникум строительства и экономики. А я не знала, что даже такое существует у нас. Вот так. Живем и многого не знаем. Каждый в своей норе, каждый в своих делах, проблемах. Очень редко гуляем. А гулять надо. Я вот уже, вот как, вот сколько не работаю, я почаще стала выбираться на улицу. Я себя поймала на том, что я не гуляла, пока работала, я не гуляла вот так вот, расслабившись несколько лет. Когда был Кирюша маленький, еще куда-то выбирались. Ну, нет, вообще выбирались куда-нибудь, да, вот, например, вот я же говорю, к пушке к этой, какой-нибудь там парк аттракционов, на карусели, еще куда-то там. А так вот, чтобы взять вечер, да, и просто прогуляться в выходные. Нет, годами никуда не выходила. Я только сейчас стала куда-то выбираться. Кстати, там такой магазинчик симпатичный. Но мы не будем гулять по магазинам. Там что-то тоже такое. Вазы, посуда. Ну-ка. Ателье. Опа. Ателье. И надо расслабляться, надо выходить. Так, а где пешеходный переход? Интересно. Так, все, сейчас перейдем. Перейдем. Володарского. Мы переходим улицу Володарского. Вообще на ней ни разу не была. Здесь кофе с собой, наверное. Видите, тоже автомат. Или что здесь? Подождите-ка. Нет, я думала, здесь кофе. Нет. А, тут книги. Друзья мои, тут что, книги? Ну-ка. Угу. Только мало книг-то. А у нас вот дома, у Катюшки столько книг на балконе лежит. Она говорит, детские-то оставлю. А вот старые, говорит, мама, куда? Так, а это у нас что за здание? Пойдемте посмотрим. Что это за здание у нас? Ну-ка. Архангельский литературный музей. Казима Прутков. Вот такие дела, друзья. Такие памятники красивые, между прочим. Такие вот, они как вот зеленым светом, что ли, здесь вот таким сделаны. Видите, смотрите, как красиво. Такая как подсветка, что ли, это идет. Их моют, ведь убирают все равно. Здесь же столько народу ходит. Так, идем дальше. Ира бегает. Это с этого, с одного края на другой. Друзья мои, я бы сейчас бы присела бы. Немножечко посидела бы. Ну, лавочки все сырые. Сырые. Тут где-то есть рестораны, где люди празднуют Новый год, свадьбы, еще что-то. Есть такие, тут не говорили. Так, восстановительная лечебница. Восстановительная лечебница, 1911 год. Ага. Памятник. Музей тут внутри, что ли? Предприятие какое-то. Не знаю, что здесь, друзья мои. Здесь где-то есть ресторан. Их же сейчас полно, но вон там, да, видно, что окна светятся. Что-то похожее на ресторан. Ну да, вон столики. Ну-ка. Ага. Традиция. А, вот про этот мне говорили.
Ей назвали «Традиционная грузинская кухня». Вот про этот мне девушка одна знакомая говорит. Ой, говорит, как здесь хорошо. Друзья мои, архангелогородцы, кто был, напишите, пожалуйста, на самом ли деле здесь можно так хорошо что-нибудь отпраздновать. Посмотрите, живой джаз. Не люблю джаз. Сразу такая, да, не люблю джаз. Ну, кто что. В молодости любила рок. Очень любила. Скорпионс, медленные композиции, просто заслушивалась. Deep Purple, Скорпионс. А потом что еще? Еще какая-то была у меня группа такая любимая. Вообще нет, сам такой рок, когда вот так кричат, орут, нет, не любила. А медленные композиции любила. Вот видите, какие дома. Конечно же, их ремонтируют, люди же в них живут. Дом – это такое дело, его всегда надо поддерживать. Вот, сейчас погуляем. Так, друзья мои, я пока отключусь ненадолго. Посмотрите, какой дом красивый. Так, друзья, гуляем дальше. И там у нас следующая скульптура. Сейчас мы к ней подойдем. Гуляем медленно, хорошо тут. На улице какая красота, тепло. Так. Поморское здоровье, фирменный магазин. А я здесь была. Я привозила сюда мужчине одному, я сюда привозила пельмени. И консервы, каши. У меня тогда было время до работы приехать, отвезти заказ. Смотрите, как красиво. И вот я здесь была. Подождите-ка. Ну да, была. Он узнал, что у меня есть автоклав. Говорит, может быть, мы с вами будем делать варенье или еще что-нибудь такое. И так на всем этом все заглохло. Я ему сказала, что стоить это будет недешево, потому что, ладно, еще газ дешевый, а банки и крышки это мои. Продукция, конечно, это их, но мне надо это все переработать, все это сделать. И, в общем-то, больше он мне не звонил. Ну, возможно, кого-то вот других нашли. Ну, посмотрите, как здорово. Посмотрите, сидит, придет девушка. Котик у нее и малыш. Знаешь, какая красота. Я запомнила тогда эту скульптуру. Я видела ее, когда мы гуляли. Мне она больше всех понравилась. Смотрите, как классно. Такой котик тоже, наверное. Его тоже, наверное, все чешут за ушком. Видите? Вот такой малыш. И вот такая красавица. Видите? Вот у нее тут. Ну что, идем дальше. Гуляем. Вот мы сейчас как раз выйдем на улицу. А, как же она называется? Забыла я. К рынку-то идти. О, Господи. Я раньше все ездила туда, в банк Восточный. А все уже совсем с головой, совсем не ладно, все забыла. Правильно? Не бываю на этих улицах. Ну ничего. Вспомним. Так, я не буду, друзья мои, подходить, читать на каждом доме, что и как. Мы гуляем. Смотрите, какие дорожки красивые. Здесь, по-моему, тоже музеи какие-то есть. Ну-ка. Заходите, не стесняйтесь. Улыбайтесь, удивляйтесь. Интересно, чему? Здесь можно удивиться. Что здесь? Амурская артель. Тоже зайдешь, скажет, нельзя снимать. Блин, почему нельзя снимать? Что, какая тайна в этом есть? Магазины, сувениры. Не буду заходить. Слушайте, там какая-то пушка есть. Зайду, покажу. Все-таки. Ну-ка.
Смотрите, какая сделана скамейка красивая. Там тоже скамеечки. О, пушка стоит. Так, а тут что? Что-то такое витое, красивое здесь. Скамеечки и столики, я так понимаю. А здесь, видите, тоже как красиво сделано. Из железа, видите, как красиво сваркой сделано все. Кованое железо, как тут делают. А тут еще что-то закрыто. Ой, я меня... Давай еще куда-нибудь тебя занесет. Нет, внутрь мы заходить не будем. Не будем. Вот как-нибудь потом пойдем с Колей гулять. Я спрошу, где можно будет поснимать. Почему бы и нет, да? Вот если бы я увидела где-то, кто бы поснимал, меня бы это заинтересовало. Я бы сходила бы. Так. Ну, улица короткая. На самом деле, если гулять по ней... Вот, посмотрите. Ой, как вдалеке, да? Высотка вообще вся в тумане. Светится, как красиво. Вот. Так, все, друзья мои, выходим. Вот они, все эти дома, старые дома. Как Коля мне говорит, я бы не хотел бы здесь жить, на этой улице. Очень людно. Ну, как вы поняли, Коля у меня... Ему все надо куда-нибудь подальше, в лес. Вот. Рука уже устала, друзья. Надо палочку такую. У меня есть держалка-то для телефона. Вот с ней ходить удобнее будет. Вот. Манеж. Торговый центр. Очень часто его рекламируют по телевизору. Что-то там. Торговый центр Манеж. Ну так, на память мне упало просто. Ну, может быть, кому-то моя прогулочка покажется неинтересным. Ну и ладно, а кому-то, может быть, интересным покажется. Вот такая улица у нас. Красиво же, спокойно, уютно. Хрустальный каблучок. Так, хрустальный каблучок, там обувь, кажется. А, ну да, точно, здесь хрустальный каблучок. Я-то увидела вон там надпись. Кофейня «Малина». Так... А вот и банкетный ресторан. Трескоед. Трескоед. Я голодная, мне сейчас так захотелось трески. Музыка играет. Так, сейчас мы быстренько пройдем. Там в кафе играет музыка. Может быть, она не будет слышна на видео, а то у меня сразу чик и все. И полвидео нет. Магия в цветах. Смотрите, как все сверкает. Я люблю, когда все сверкает. Но не всегда. Не всегда. Я люблю новогодние праздники из-за того, что очень много гирлянд везде. Мигающий такой свет. Торговый центр «Александр». Вот он. И здесь недалеко... Рынок архангельский. Ну, там все продукты, мясо и все, что причитается. Все, что к нему причитается, к рынку. Так. Ну вот, друзья мои, прошли мы по Чумбаровке. По светящейся. Может быть, еще как-нибудь летом или на Новый год мы сюда приедем, посмотрим, что нам жизнь преподнесет в ближайшем будущем. И все, на этом я с вами попрощаюсь, друзья мои. Всем спасибо. До завтра. Друзья, еще раз добрый вечер. Не удержалась. Хочу вам показать вот этот храм, вот эту красоту в ночи. Потому что уже поздно. Ну, поздно, темно, поэтому я и говорю в ночи. Посмотрите, как красиво.
очень красиво. А вот здесь я прошла часовню. Часовня Николая Чудотворца. Вот сейчас я вам ее покажу. Вот, посмотрите. Вот она. Прошла мимо. Нет, думаю, давайте-ка я вернусь. Ой, посмотрите-ка, как все засыпано. Какой ковер из иголок. Как красиво. Вот есть что-то такое завораживающее, да? Светится еще, главное, как красиво. Прямо в небе. Ой, вообще. Но когда мы сюда переехали, он только-только еще начинал строиться, этот храм. Я вам говорила, да, как-то было написано, внесите свой кирпич. Посмотрите, какую красоту сделали. А я не помню, мы с Колей здесь тогда гуляли, показывали вам или нет. Может быть, и гуляли. Когда вот по делам-то тут ходили с ним, брали день на каруселях, да еще где-то мы тут с ним бегали, веселились. Так, друзья, я перехожу. Нет, я не перехожу. Здесь не пешеходный переход. Здесь, оказывается, светофор. Там дальше идет речка. Да, гуляли мы здесь с Колей, точно. Так, сейчас дорогу перейдем. Ага, все, можно. Здесь очень большое движение. Я отключаюсь.